привет! Расскажу вам сегодня, как можно очень простым бюджетным способом украсить свой дом, украсить стены в комнате. Мы будем рисовать сегодня бабочек. И причем нарисовать сможет их любой абсолютно, даже тот, кто совсем-совсем не может рисовать. Рисовать мы будем на стенах. Вот у меня такие стены, они просто зашпаклеваны гладенько и покрашены краской акриловой. И вот если вам такой вот светло-бежевый тон у меня как-то скучновато станет вдруг и захочется какого-то разнообразия, можно на этих стенах нарисовать запросто бабочек. Бабочек можно нарисовать двумя способами. Можно сделать трафарет, но нужно будет очень-очень аккуратно, и это немного опасно, потому что могут появиться потеки. Я сделала по-другому, я сделала шаблоны. Напечатала вот таких вот, смотрите, можно в интернете, можно самим нарисовать разных-разных бабочек. Вот такие вот шаблончики у меня. Маленькие, большие, и те, которые вот так вот прямо летят, боком. Потом мы берем шаблон, прикладываем к стене и обрисовываем просто его, выбираем место и обводим простым карандашом, обычным простым карандашом. Причем резинка обычная точно так же хорошо стирает лишние линии, которые там, мало ли, вдруг вы черканули как-то не так. Вот выбрали место. И обвели. Шаблоны лучше сделать, конечно, это у меня просто из бумаги. Лучше сделать из картона. Но из бумаги тоже пойдет. Просто немного тяжелее обводить. Вот уже половина работы готова. Могу вам продемонстрировать, посмотреть. Вот резинкой обычной стирается как с бумаги. Я выбрала вот такой вот темно-коричневый. Мне подходит этот тон. Вот у меня получился. Будут вот в таком цвете мои бабочки. Для того, чтобы получить этот цвет, я взяла белую акриловую краску, просто белую. И мне пришлось темно-коричневый, но самый темный, вот видите какой он. Он не такой уж и темный. И пришлось в него добавить немного черного и немного красного, самого темного красного. Путем таких химических реакций получился у меня, правда, сразу он что-то посерел, посиреневел, но сейчас вот я вроде бы добилась такого темно-коричневого шоколадного цвета. Вы можете сделать, очень красиво смотрятся темно-синие бабочки, темно-вишневые такие вот, темно-красные бабочки тоже, прям вишневый бордо, они как бархатные как будто. Уже нужно будет подбирать цвет под ваш интерьер. Кому что нравится, кому как улыбнется. И берем аккуратненько, обычной кисточкой. Немного набираем, чтобы не капнуть, не дай бог. И прорисовываем сначала по контуру. Густенько вот так вот. Краска должна быть не сильно густая, но и не жидкая. Прорисовываем контур. Не спешим. Это, конечно, работа кропотливая, но зато будет красота. И таким образом заполняем всю бабочку.
Вот такие вот бабочки у меня получились. Вот так вот стайкой они летят, кружатся вокруг картины. Вот полетели на другую стену. Можно посадить, вот так посмотрите, на рамочку с фотографией. Вот они перепорхнули на другую стену. Тоже стайка взмывает ввысь и кружится. Где-то можно одиночных посадить. Вот я везде поразбросала их по всей комнате, вокруг часов. И вот так вот они летают у нас. Чудесной стайкой. Маленькие, большие. Пришлось, конечно, потратить немного времени, но результат, по-моему, замечательный. Вот так вот вы можете украсить в зимние холодные дни свой дом и принести в него немного тепла и радости. По фэншую, кстати, бабочки – это счастье, семейное благополучие и радость. И нужно их располагать так, чтобы стайка как будто бы влетала в дом. Не вылетала, не стремилась не к двери или к окну, а как будто она впорхнула в окно только что вот и разлетелась у вас по квартире. Также не рекомендуют на окнах рисовать бабочек, потому что считается, что они как бы вылетают из дома. А нам нужно счастье и радость в дом. Я всем желаю счастья и радости. До новых встреч!